Здравствуйте, уважаемые зрители! И сегодня у нас видео по первой тренировке, нормальной тренировке, долбежке двухдневной на Nissan 200 SX. Короче, мы готовы, да? Вот такая вот у нас ситуация здесь по машине. Утро. 7. Проснулись. Поехали мы на Бурдинский. Бурдинский – это мероприятие, трехдневное мероприятие в городе Цербст, на аэропорту Цербст. Заброшенный аэропорт, там можно подолбить. Кстати, каждому рекомендую, кто ездит в Германии, да даже не в Германии, там были много с Нидерландов, там были Бельгия, там вообще были сумасшедшие ребята, приехали на двух грузовиках, поставили один грузовик так, второй грузовик так, у них там спальное место, внутри несколько автомобилей, а один грузовик полностью с резиной, с монтажкой, они прям там же монтировали, прям там же, короче, вообще заморочены. Три машины, ну нормально они так на выходных там резины спалили. Также на Бурдинском есть местное мероприятие, парные заезды, можно тоже, проходишь квалы, парные заезды, и можно там выиграть какой-то бокал. Ну, мы не ездили, как бы, я еще очко. Просто жесть какая-то. А это всего два круга. Сейчас поедем на большую трассу. Сейчас проверим, посмотримся. Там и получается шире круг? Там намного шире круг. И на третьей передаче. Здесь вторая всего была. Там где-то 80 передач. Здесь потому что радиус маленький. Да, да, да. То есть это разогревочная была такая, чтобы почувствовать. Пройдемся по парку, посмотрим, что тут происходит. Так, это первая трасса. Вот здесь сегодня будет и квалификация, и тренировки. Первый круг, восьмерка маленькая, выезжаешь на вторую восьмерку и пошел по большому кругу, обратно возвращаешься и выезд. И идем к следующей трассе с другой стороны. Тут нормально можно валить. Тут выезжаешь одна дуга, раз, два, три, круг и пошел обратно. Тут перекладочка и еще раз пошел. Вот тут быстро можно валить, вообще хорошая трасса. Сейчас хочется сказать, какой ты, блин, школьник, дрифтер взял, резины очень мало, нужно было грузить ее прям полный, прям поверх резины и полного бензина, чтобы ездить, потому что резины нам не хватило, реально. Можно было еще ездить, ездить и ездить.
То есть в этот раз, если я поеду, буду брать с собой много резины. Поставили машину, поехали в отель. Отель нам обошелся в 40 евро, по-моему, на двоих. Ну, что-то вообще дешево. То есть там на севере цены совершенно другие, не так, как в Баварии. В Баварии там 50 евро, 50 даже ты не отделаешься. 70 минимум на двоих. На брифинге нам рассказали, что как происходит. Заплатили денег. Я денег, в общем, заплатил где-то 220 евро. В общем, вместе с уборкой. С уборкой там получилась неприятная ситуация, чуть позже расскажу. Первый заезд, второй заезд, у меня вода стекает. Так, пробный заезд прошел не совсем гладко. У нас слетело... Хомут слетел. Я звоню Стасу, у Стаса вечером. Вообще он мне в 4 утра пишет, там у меня колесо пробило, он где-то встал на автобане со своей машиной. И он, хорошо, что у него колесо пробило, как бы на счастье не нам, как бы не... Счастье в несчастье. Он был в магазине автозапчастей, говорю, купи, пожалуйста, дистиллированной воды. Он взял несколько бутылок, у меня сюда входит, оказывается, 15 литров воды. Залили мы воду, дождались его, закрутили все, на стяжке опять, все на стяжке. Мы на стяжках, мы на полных были, все выходные. Короче, машина едет бомба, машина едет круто. На ней даже проехал КОС. Я подумал, КОС давал мне свою машину как-то проездить, когда я там крутил, там что-то вертел. И который, в принципе, и заразил меня этой всей ерундой. После его машины, как бы, я и начал об этом всем думать. Дал ему проехать. Он кайфанул, сказал, что да, едет она круто. Это все... Бом. Ну, и она едет, что говорить, машина едет. Вот, реально, она тащит, валит. На 265-м Ахиллесе просто вообще уезжает. Уезжает. Кстати, прицеп отработал себя тоже отлично. Когда здесь загрузили, здесь он немножко на склоне, да, машина заехала вообще без проблем, она чуть-чуть черканула, там, я даже бампер не снимал. А там, в четвертом, по-моему, заезде, я соскочил с бордюра, она упала, и когда обратно на бордюр заскакивала, она повредила себе колесо и порвала резину, то есть на пустой резине. Я поставил 17-е диски наперед, 17-е задний, в принципе, из-за этого минус 2 колеса, меньше отъездил, меньше кругов. Когда ставили на прицеп на 17-е дисках, машина стала ниже, и нам пришлось подкладывать, ходить, собирать у ребят кого-то досточки, какие-то маленькие чашечки, что-то куда-то подкладывать. Ну, короче, у нас получилось ее загнать, с горем пополам, с миру по нитке, так сказать, походили по аэропорту и загнали машину на прицеп, поставили. Она еще уперлась, мы когда ее загоняли, она у нас уперлась низом в эту балку. То есть, короче, она, ей только на 19-х. А может придумать какие-то резины. Мне тоже понравился парень, приехал на BMW, она, все же машины низкие. Он туда прикрутил вот эти вот колеса, знаешь, вот эти бублики. Она называется накатка, маленькая такая, узенькое колесо. Они у него широкие такие, большие. И он когда ставит, то есть он поднял ее, я думаю, зачем ты их прикрутишь? А потом я понял, когда он начал ее загонять, она на прицеп заезжает вообще без проблем. Хороший лайфхак. Может быть, какие-то диски маленькие, знаешь. Раз, взял с собой, прикрутил, чтобы заезжать на прицеп. Заехал, снял. Хотя на 19-х тоже помещается. Так вот, по уборке. В Церпсе, оказывается, нужно было якобы помочь убрать. Но если ты не помогаешь убирать, у тебя забирают там 20 евро, которые ты внес туда на уборку. Ну, я-то не считал, там, что там, уборка, какая уборка. Заплатить, там было написано, что ничего убирать не нужно. Нужно как бы заплатить 20 евро, и тогда все за вас убирают. Ну, мы, в принципе, там и не сорили, а вот трассу, там нужно было что-то походить, конусы собрать, вот такое. Ну, мы как бы об этом даже не знали. Немножко такая ситуация. Мы с утра приезжаем, собрались, к нам подходят, а вы поможете убрать? А мы как бы уже на колесах, уже как бы едем, мы, нас уже ждут. У нас время, ну, вот так вот. То есть в следующий раз поедем, возьмем с собой с запасом время и поможем убрать. А в следующий раз мы поедем, по-моему, в ноябре. Ну, смотрите за Инстаграмом, в Инстаграме будем скидывать данные, когда будем куда-то ехать. Тебе понравилось? Да. Мне тоже. Да, машина не подвела, единственное, подвел нас неопыт. Это единственное. Мало резины, даже бензина больше взяли, чем резины. Сесть нужно, составить список, да. И по списку собираться. Самый главный опыт, конечно, нужно заранее на диске натягивать резину и, да, приезжать на готовый, да, на готовый. Чтобы здесь не здесь терять время, силы. Да. А дрифтить, отдыхать, колес дрифтить, 20, отдыхать. Наверное, вот так. Минимум 20 колес. Да. Даже может 30 на сегодня еще. Да.
30 баллонов надо назад. Может быть, 2 наперед еще. Позитивные эмоции, все круто прошло. Будем дальше тренироваться. Самое главное — тренироваться, тренироваться, тренироваться. Конечно, непривычно после того, как ты каждый день, вот недаром называют автоспорт, да? Привык каждый день. Там машина, поехал, что-то там сделал, на подъемничек подкрутил здесь, нон-стоп. С утра уже разминаешься колеса. Сегодня утром просыпаюсь, спина такая, о, вот так у меня мышцы там есть. Руки такие, о, так, тут тоже мышцы есть. А Ваня вчера как ездил, как на автобусе. Я видео вечером просматривал, мы поржали, конечно, сел первый раз в машину. Такой едет, он же водитель автобуса. Сел как на автобусе. Я там вчера. Да, это только на видео видно. Да. Потому что такой эмоции, да, вспотел уже, такой, ё-моё, тут это переключается. Когда едешь за рулем, ты вообще не смотришь, как ты там едешь. Да. Ты пытаешься ехать просто. Да, это просто. Пытаешься обуздать вот этого коня, который сзади на прицепе. Там реально беруши нужно. Ну, уши заболели, ё-моё. Рёв. Рёв. Та-та-та-та-та-та, отстреливает. Писк. Причем я заметил, в таком стрессовом состоянии, под адреналином ты даже не смотришь, одно колесо хватает бежать, сразу, все, что в руки помещается, два колеса, бежишь. То есть, если мы у тебя в гараже с тремя лапами натягивали колесо, тут, вдвоем тут с одной лапой стареющая машина, пофигу, налезла. Давай. Один стоит на колесе, прыгает, трое монтажками давят вниз. Картина, конечно. Потом оно не раздувается, давай взрывать, блин. Ой, да. Кино, я могу. Из одного колеса, лишь бы проехать 4 круга. Ради 5 минут просто 2 часа, короче, колеса монтируют. Сейчас мы уже пригнали его здесь, и я расскажу, что мы с ним сделали и как мы все это провели. У нас в первую очередь поставили машину на подъемник, поменяли опять же масло, это была вторая замена масла, поменял масло в коробке, оно тоже там грязное было. Потом замеры биоэтанола, мне чисто интересно было, купил тюбик для замера биоэтанола. Оказывается, в Литве биоэтанол практически 87-90, а в Чехии 80, то есть разница. Биоэтанол. Если там в Литве, например, когда ребята заправляли, мне сказали, что там 80% биоэтанола, 20% бензина. Я заправился в Чехии, приехал сюда, начал заводить автомобиль, он работает неровно, поэтому я тут специальный тестер, чтобы узнать, сколько, какой процент биоэтанола в бензине, или какой процент, я бы сказал, бензина в биоэтаноле. Поэтому сейчас мы будем это замерять. Вот так он выглядит. Чтобы понять, на каком бензине мы ездим. Сюда нужно залить воды, вот так вот, воды заливается вот сюда. А остальное все биоэтанол, все встряхивается, ждет. Можно подождать или нужно подождать, и ты увидишь, сколько у тебя процентов биоэтанола. Вот так это все дело выглядит. Все это стряхиваем. Ну что у нас? Е80. Четко мы видим. Пойдем попробуем следующий. У нас здесь литовский. Мучу, кручу. Газануть хочу. Газуй, JZ, дыми, резина. Колдуем. Блин, а этот 90-й. По-моему, тут воды не долил, смотри. Тут прям спирт. Кстати, когда наливал, вот ты льешь вот этот, да, чешский, и на нем видно пленочка масляная, вон она. А на литовском не было. То есть мне нужно еще биоэтанола. Это 96,6, есть сотый биоэтанол. Нужно купить
обязательно датчик для 85-го биоэтанола, чтобы смотреть, какой у тебя бензин или какой у тебя спирт в баке. Ты залил, увидел, какой у тебя добавил спирта, либо добавил бензина, чтобы нормальный процент был. И тогда у тебя будет настройка. Опять же, когда вот залил этот чешский бензин, я ехал с первой тренировки с Польши, заехал в Чехию, залил полный бак, приехал сюда, машину поставил, масло поменял, завел, думаю, сейчас прогрею, посмотрю, как она работает. Начала дымить она у меня. Весь гараж у меня в дыму. Я думаю, что ж такое. И машина работает неровно. Она такая на холостых начала проваливаться. То есть она так не работала. Я думаю, после первой тренировки я, короче, накосячил что-то. Завалил мотор. Но нет, оказывается, у нас биоэтанол 80-й, а не 85-й, а то и 90-й. Я позвонил настройщику, тот, кто настраивал автомобиль. Мы связались с ним по Time Viewer. Он подсоединился к автомобилю, посмотрел настройки. Да, она действительно плавала. И когда ты даешь газ, то есть ее пустил, опускаешь, она и заглохла. Вот. Ну, он это настроил, там на холостых все подровнял, все сделал. В принципе, говорит, все, больше сделать ничего не могу. А на стенде нужно настраивать потом. Но это будем уже делать потом. Сейчас поговорим о насущных делах, которые мы сделали, так сказать. Вот, меня же это, перед тем, как мы это все настроили, меня все беспокоит, почему же он начал дымить, что же тут такое. Я полез вовнутрь, нужно смотреть, и я это хотел сделать, посмотреть, какая компрессия, посмотреть, что там в моторе, сделать эндоскопию. Я же залез в мотор, сделал компрессию, замеры. Замеры компрессии у нас 9,5 бара. 9,5 баров по мануалу 2GZ, 9,5 бара это уже капиталить. По мануалу, я же говорю по книжке, меньше 9,5, а здесь ровно все в 9,5. После тренировки я опять не замерял, не делал, думаю, сейчас поеду еще раз, а потом будем замерим, посмотрим. Оказывается, 9,5 баров, что-то наговорил, 9,5 баров, и есть задиры на цилиндрах, на стенках, такие. Они есть, я думал сразу разбирать, думаю, нет, разбирать я ничего не буду, доезжу этот сезон, может быть, доезжу и следующий сезон. И посмотрим. Там будет видно. Пока загадывать не буду, может быть, разберем этот, поставим сюда ковку, поставим сюда, не знаю. Пока даже загадывать не буду, буду ехать как есть. Поменял радиатор, я поспит. Кто-то говорит, что хреновый радиатор, кто-то говорит хороший. Посмотрим, как он будет работать. Закрепил его здесь, его можно легко снять, кстати. Он как бы держится здесь, да, на креплении. Крепление можно в сторону отодвинуть и снять. Все закрепил, он держит до 1,3 бара. Вентилятор также закрепил. То есть это все должно работать. Ну и работает, в принципе. Это проверено. Опять же, вот эти вот манжеты я уже поставил после тренировки, так как они слетели. Он, кстати, слетел не здесь, не здесь, он слетел вот с этого. Да, и вода вся вылилась. Ну и хорошо, что вода, на трассе осталась вода. Здесь вода, у меня сейчас дистиллированная, чистая. Эта вся система работает, слава богу, что работает. Это я все снял, это я все снял. Все заклепал, купил большие заклепки в юрте, хороший, широкий. Теперь тут все держится, тут также тут все заклепал. Все, двери снял, теперь у меня дверь открывается, ничего не цепляется. Ну, в общем, все нормально, все держится, все хорошо. Так что первая тренировка прошла успешно, просто бомба. Все покатались, все довольны, все счастливы просто. Ваня Лехман тоже загорелся, прям глаза горят. Я куплю, я сделаю, я поеду. Не знаю, поедет, не поедет, но как бы дело такое, дело каждого. А я поехал дальше. Это была наша первая тренировка, это был первый сбор автомобиля такой, какой-никакой, чтобы почувствовать, что, как, куда, что нужно дальше делать, куда нужно двигаться. Ну, соответственно, будем дальше работать по ней. Пока есть, пока работает, пока едет, будем ехать. Дальше посмотрим. Круто. Бурдинский прошел на ура. До новых встреч. Пока.